Я, как автор издательства «Юрайт», представляю свое учебное пособие для академического бакалавриата по истории России. В учебном пособии освещены все основные исторические события, происходящие в нашей стране с древнейших времен до современного периода. В хронологической последовательности отражены политические, экономические особенности развития России, а также формирование уникального наследия. Ценность данного пособия заключается в том, что текст издания сопровождается большим количеством схем и таблиц, которые дают возможность лучше понять и усвоить обширный фактический материал по истории России. Предлагаю вашему вниманию учебник и практикум «Управленческая деятельность». Авторы учебника Грибов Владимир Дмитриевич и Кисляков Геннадий Васильевич представляют Московский государственный индустриальный университет. Учебник полно отражает современную проблематику управления организацией в условиях рыночных отношений. Дано комплексное представление о системе менеджмента, его элементах и процессах. Рассмотрены этапы развития менеджмента, цели, функции и методы управления фирмой, процесс принятия решений, организационная структура управления, человеческий фактор в менеджменте и многое-многое другое. В каждой главе приведены схемы, рисунки, таблицы, вопросы для самоконтроля, тесты и практические задания. Все это позволит закрепить пройденное. Представляю вашему вниманию учебник и практикум для прикладного бакалавриата «География России». Автор – Калуцков Владимир Николаевич из Московского государственного университета имени Ломоносова. Учебник содержит значительный объем оригинального картографического материала, что способствует формированию навыков пространственного мышления и расширяет методические возможности будущих картографов. В отличие от большинства других учебников, в этом гораздо меньше номенклатуры, но гораздо больше исторического и культурологического материала. Современный учебный курс «Сравнительная политология» создан доцентом факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, кандидатом политических наук Ольгой Владимировной Михайловой. На основе глубокого анализа новейшей отечественной и зарубежной литературы читатель учится сравнивать политические системы и институты различных стран, самостоятельно осмыслять и оценивать политическое развитие общества в контексте мировых тенденций. Учебник проиллюстрирован схемами, свежими статистическими и социологическими данными, дополняется хорошим аналитическим практикумом для самостоятельной работы студента. Курс может быть рекомендован всем политологам и специалистам в области государственного управления. Хочу представить вашему вниманию учебник и практикум для академического бакалавриата «Риторика». Авторы – Делашинский Иосиф Марткович и Пельгун Мария Александровна из Высшей школы экономики. В книге собраны материалы, направленные на теоретическое и практическое освоение курса «Риторика». Задача курса – дать представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее культурно-историческом генезисе и месте в системе форм словесной культуры, а также рассмотреть факторы, от которых зависит успех речевого взаимодействия с аудиторией. После каждой главы представлены вопросы для самопроверки, которые помогут проверить качество усвоения материала. В состав издания также входит практикум, словарь необходимых терминов и список рекомендуемой литературы. Представляю вам учебник и практикум для академического бакалавриата «Документоведение» под редакцией доцента Государственного университета управления Дорониной Ларисы Алексеевны. В издании приведены основные законодательные и нормативно-методические акты Российской Федерации. Представлено большое количество образцов документов для использования студентами в процессе изучения материала. Вопросы и задания позволят получить полное представление о работе с документами с момента их создания до момента исполнения. Рекомендую данный учебник студентам, обучающимся по гуманитарным направлениям. Представляю вам учебник и практикум для прикладного бакалавриата «Профессиональная этика юриста». Автор – Тарана Антонина Сергеевна, доцент Самарского государственного университета. Учебник выгодно отличает то, что он написан юристом для юристов. Материал изложен в популярной форме, с хорошим уровнем наглядности и большим количеством примеров. И теоретическая часть, и практикум удачно структурированы по видам профессиональной деятельности. Учебник также содержит справочные и методические материалы, предназначенные для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов. Практикум включает широкий набор практических заданий.
Представляю вашему вниманию Кодекс европейского договорного права под редакцией доктора юридических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, крупного российского цивилиста Белова Вадима Анатольевича. Вниманию читателя предлагается впервые осуществленный перевод на русский язык текста Кодекса европейского договорного права. Кодекс снабжен сравнительно правовым и содержательным комментарием. Предметами сравнительного комментария служат конкурирующие акты soft law, а также нормы Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. Проводятся параллели с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное издание восполняет существенный пробел в изучении гражданского и коммерческого права, а потому будет интересно широкому кругу читателей, интересующихся проблемами частного права.